Чё, всем привет! Сегодня будем делать обзор первый раз на книжку. Полная же. Арислав Гандапас. Вот, смотрю его на Ютубе. В принципе, мне очень нравится, как он подает информацию, что он рассказывает, какие вещи, какие у него ценности, вообще взгляд. Вот. И купил эту книжку жене в подарок, когда была там сложная ситуация. Посмотрел. Вообще очень прикольная книжка. Понравилась. Что здесь классного? Во-первых, очень крутая глянцевая упаковка разными цветами. Вот она здесь бликует. Очень приятно держать в руках. Она достаточно толстая. Вот такая вот закладочка. Сзади автор. Гандапас. Камасутра для оратора и так далее. Это бизнес-коуч. Больше как, наверное, бизнес-книга. Что еще? Здесь очень прикольно написано полное же, ну, разные сферы жизни рассматриваются. Да, это идет как раз бизнес, любовь, работа, благосостояние и так далее. Хотя книжка очень толстая, здесь, сейчас вам покажу, очень крупно написано. То есть, в принципе, читается она очень легко. Можно прочитать там за один, за пару вечеров. Также здесь, есть прикольные таблички, где каждый блок, например, там жизнь, дружба и так далее, можно посчитать и самому измерить. То есть можно карандашом написать для себя, выделить какие-то сильные и слабые стороны. Здесь рассматриваются все сферы жизни, и прикольный дается пример на основе, например, Пушкина, что у него было много друзей, но было мало денег, потому что был постоянно в долгах, и там он стрелялся, и так далее. Рассказывается, как бы его жизнь рассказывается на примере там военных, на примере Гагарина. Ну, то есть интересно, можно посмотреть на жизнь как бы со стороны, как бы, с третьего лица. Плюс здесь вот в книжке загнуты уголки. Я обычно сгибаю, где какие-то полезные страницы, полезные вещи, я оттуда выношу. Либо делаю закладку, либо просто загибаю страничку. Вот. Плюс здесь вот идет первый блок, там, допустим, хобби, потом идет дружба и так далее. Крупно написано. Единственное, что мне понравилось, что, ну, реально крупно написано. То есть здесь информации не так много, но ее достаточно. То есть книга своих денег стоит. И очень толстые поля. Ну, непонятно зачем. Хотя интересно сделана нумерация. Внизу написано Гандапас. Ну, читается она, в принципе, легко. В самом конце книжки. Ну, здесь тоже очень много пустого места, непонятно как бы зачем. И в конце книжки очень прикольное приложение. Допустим, любовь, платные, бесплатные моменты, как можно ее, допустим, проявить. По дружбе, по хобби. В конце каждого есть какие-то, ну, прикладные вещи, да, которые можно использовать. Вот, в целом, книжку покупала, вот она стоит 580 рублей. Она стоила Читай-городе. Вот, но я заказывал самовывозом из магазина, получилось даже дешевле. Видимо, попал на какую-то акцию. Вот, в целом, книжка Гандапаса крутая. Вот, 580 рублей, не знаю, наверное, она все-таки того стоит, чтобы пересмотреть там свою жизнь и какую-то пользу. То есть, не зря не пожалел, что я прочитал. Ну, максимум, не знаю, рублей 500 я бы, наверное, за нее заплатил. Тем более, ну, Гандапас, и когда в себя вкладываешь, никогда не проиграешь. Поэтому я бы посоветовал эту книжку прочитать. На старт, да всем можно почитать, как раз посмотреть на свою жизнь со стороны, понять, какие сильные и слабые стороны. Вот, у меня когда было очень, в общем, по деньгам сложно, а у меня по деньгам было два, да, там любовь побольше, благосостояние, дружба. Ну и понять вообще себя, такой самоанализ, где сильные и слабые стороны, что тебе реально нужно прокачать, да. И здесь есть какие-то вещи, когда ты можешь понимать, что какие у человека слабые стороны и как они привели к какому-то результату. Вот поэтому тут, в принципе, все это рассказывается. Ну и Гандапас вообще крутой мужик, поэтому стоит ее почитать и посмотреть вообще на Ютубе и другие книжки. Поэтому короткий обзор, я думаю, за 5 минут уложимся, это недолго. Книжку читать можно быстро. Я читаю, стараюсь читать по 20 минут в день перед сном, чтобы не устать, глаза не устали, отдохнули от компьютера, от монитора. Поэтому выделяйте по 20 минут в день, читайте книжки, и я думаю, все будет окей.